Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1939, тема «Жития». Проходят века и новые святые. Может быть, что-то подправляют у бывших прежде них? Толкуют по-своему или новое придумывают более совершенное, более нужное и полезное? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иногда просто взахаешься, насколько хорошее скажут новые святые. Экклесиаста 1, 9-11. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Они подводят черту под целыми тысячелетиями. Что там было вовсе уж и не так нужное, а даже и вредное, не нужно где понимать это духовно, как о веригах и власенице. Вот послушайте это. Серафим Саровский, память 2 января. Но вериг и власенице он не носил никогда. «Кто нас оскорбит словом или делом?» – говорил он. И «Если мы переносим обиды по-евангельски, то вериги нам, вот и, влоси... вот и, вериги нам, вот и власеница. Эти духовные вериги и власеницы выше железных». Борода как будто ни к чему, зимой немного греет, защищает. Сам Пугачев, убийца Баламут, был с бородой – хотя страшнее и Носили бороду Иуда и Ульянов, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, иудеи. Не безбородых много бомжей, пьяных. Не носят бороду костраты, даже также дети. Всем остальным по мере возмужания Господь дал отличитель для мужчин. Себя бесчестят бритвой и не жаль им. Для лиц своих воры и палачи. Случилось, умер царь, наас язычник, с, ли, с ним близок был еврейский царь Давид. Чтоб сожаление выразить обычно, шлют делегацию или послание МИД. Незрелый отпрыск, злое наущенье, от слуг его коварных и слепых. Пол бороды обрезали и возгорелось мщенье, а малекитян уложили в гробы. Слуг обесчестил глуп, глупый царь Амнон. Унизил необычно, дико, очень. Давид их отослал сидеть в Иерихон. Да отрастут там бороды, как урожай под осень. Антихрист русский, богохульник Петр, Кромсал рубил и резал бородатых. Прошло три сотни лет, как выродок уж мертв. За бороду две дани мужики не платят. Женоподобное обличье закрепилось, Ересь блудодейная в крови. Цари, священники с тех пор усердно брились, Нам обличитель Иудей Раввин. Арабы-мусульмане с бородами, уже христиане, На иконы посмотрите, вы изнасиловали образ свой, Рыдайте, разбейте и сожгите ваши бритвы. 27 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.